Друзья, сегодня мы будем играть в Clash Royale. Вот теперь атакую их. Играй давай. Ага, я думаю, это как... Так, ну, ты в это играешь. Ну, там королевич, он сидит, как вы видите. Ну. Ну, мы победили, в общем-то. Батл. Ну, 13, чё бы и нет. Книг-т. Куда? Кстати, сегодня я ещё играл в Обаму. Обама была вроде крутая. А, это персонажи так. Это тоже подобная игра, как Brawl Stars, потому что начинается с начала... Как Brawl Stars. Да и батл. Ну, погнали следующий. Ну, давайте нападение делайте, что и нет. А эти стреляют наоборот. Не говорил, что наконец-то появился Clash Royale. Знаете, такое будет такой. Знаете, убили первого. Следующий убивать. Будем вот так стоять, будем сразу убивать. Это прикольная игрушка. Не знаю, если он заходит, то тоже приходите и играйте. Мне, например, заходит. Какие-то докос, что ли. Да, мы босяру, босс там, короче, сидит. И мы его тоже наваляли. Одолел. Музыка как будто из Brawl Stars какая-то. Мое имя. Да, сериальник в Brawl Stars. Это главный. Кибио Бастер 53. Ну, вон, в эту игру ты тоже, наверное, поиграешь. Она для подобной для тебя, для Brawl Stars. Так, Brawl Stars я тоже постоянно снимаю. И Clash Royale это вообще для меня игр. Ну, так, ну, в общем-то... Так, Clash прокачал. Идем в батл. Что это такое? Ну, ты будешь... Ну, короче, он будет... Этот чел... Будет такой... Блин, это мой король сидит, а надо... Сюда. Блин, он почти приближается, надо что-то делать, что делать? Пец, надо как-то... Избавляемся, куда? Сюда! На! Да уж, я немного, видите, здоровья потерял. Ну бей, да на тебе, первое убил. И спрячусь. На тебе, на, наваляли. Офигеть. Эта игра просто бомбическая. Мне очень она нравится, если чё. И кто-то еще тоже, все, наверное, любят играть в Clash Royale. Да нет, спасибо. Это не хочу. Блин, ну только
Мой канал же поменьше людей смотрит. Почему? Надеюсь, что под этой игрой точно должно быть просмотр. Потому что такие же крутые. Я что срадую, ребят. Ну что вам не нравится? Если я так, тогда я могу просто пойти и... Блин, почему мои ребята, мой канал? Почему его канал? Блин, у Вовы... О, тут двоих, два таких. У Вовы под игрой Динопарк. Блин, он сюда приближается. Надо что-то делать. Злобный бабай. Да ёк. Да он сейчас убьет мою. Все, он бьет. В этом бою, наверное, проиграем уже. Не, ну Эклэш. Эклэш реально много лучше. Блин, он сюда идет. Что делать? Да что придумать? Там королевич, ты что там сидишь? Похоже, персонажей. Нет. Меня сейчас... Все, капец, меня убили. Спасите, что делать? На. Ну, в общем, можно считать, что я уже проиграл. Блин, почему они такие все сильные? Вот это вопрос у меня. Мы шо... Шо... Блин, мы... Матч. Реванш. Блин, да что тут? А такое брал. А персонажей менять можно? Да. Блин, реально все с Brawl Stars'ом совпадает. Новая локация. А ящики тут. Так, и биопастер. Вперед, в бой. Опа, а я думаю, что это такое? И никак не запомнить, что это за персонаж. Что это было такое? Да ну блин, отсюда, ну. Я когда в Chicken Gun там залипаю, то там особенно у меня нечего страдать. Блин, сложная игра. Не сложная, а жестокая, я хотел сказать. Там время, наверное, то сколько раунд, когда заканчивается. Так, я уже помню, кто это. Так, огонь. Давай, там огонь. Блин, вот эти... Там стрелки идут. Вова Chicken Gun не играл, зато снял Chicken Gun. И у него по Динопарку почти 1000... Не, неужели у него реально будет 1000? А может и нет. Но по-любому будет 1000. Так, погнали. Минифантик, ну пиши уже в этой игре что-то. Давай сюда поставим. Да, да, лайкинг под видео всегда надо ставить. В общем, успокаивает. Ну, я что, просто... Блин, ну босс остался. Что за батл длинный? Так что длинный батл будет сегодня, наверное. Да блин, эти ребята уходят сюда. Что делать? Блин, есть. Блин, как они долго доходят только от... Блин, моего короля убивают. Ты шо... Капец. Ладно, ребят, если понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, бейте колокольчик. Всем пока.